Всім доброго вечора. Я чекаю Наталю Борисівну. Сьогодні дуже багато людей зверталось в компанію Forever після попереднього виступу Наталі Борисівни і попереднього такого дуже цікавої розмови про продукцію. Дуже багато з вас просили, щоб вона провела ще одне таке заняття, тренінг, назвіть це як хочете, можна назвати це бесіда про продукцію, розмова про продукцію. Тому ми попросили її, вона, дякуємо їй дуже-дуже, погодилася це зробити. І тому була назва така, знаєте, трохи швидша, продовження розмови про продукцію. Я думаю, що вона сама розповість, про що сьогодні буде йти мова, але я ще буквально два слова скажу про Наталю Борисівну. Це лікар-невропатолог, кандидат медицинських наук. Вона працювала в Інституті геронтології, в Інституті вдосконалення лікарів. Була завідувачем відділення в Центральній міській Жовтневі, яка зараз називається Олександрівська лікарня, та Подільській лікарні міста Києва. Ну і вона також є менеджером компанії Forever, в її структурі є 4 менеджера. Ну, а що щодо продукції, щодо до теми, про яку вона буде сьогодні говорити, я передаю слово Наталі Борисовні з великим задоволенням. Дякую, Ксюша, дякую. Ну що, можна починати? Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми з України, а саме з Києва. Чому ми продовжимо сьогодні розмову про продукцію і чому я так приділяю таку увагу цій темі? Ну, по-перше, тому що в мене великий досвід з продукцією Forever. Ну, вже 17-й рік пішов, як я займаюся цим. А по-друге, я вважаю, що це може бути дуже, дуже корисно, якщо людина знає досконало, ну, більш-менш досконало продукцію, її дію, це може дуже допомагати в бізнесі. Кожного разу, коли мені доводилося зустрічатися на ралі, європейські, світові ралі, з Рексом Маном, я завжди чула його слова, він казав: якщо ви допоможете людині вирішити його проблему, якщо ви будете піклуватися про людину, щоб допомогти їй, то ви завжди будете мати гроші. Перше – це увага до людини. І знання продукції таку увагу забезпечує. Знання продукції дає вам привід приділити увагу, дає можливість цю увагу проявити грамотно, професійно. От тому в нас сьогодні розмова про продукцію. А слова Рекса я ще хочу сказати російською мовою. Якщо ви завжди заботитесь о чоловіці, якщо ви завжди думаєте о його пользі, якщо ви допомагаєте йому рішити його проблеми, слідуючим за вашим дієм буде заробіток. Основа – це внимання к чоловіку. Какую же пользу сумели принести медики в украинском Форевере? Какая польза была от нас? Но я хочу только перечислить для того, чтобы вы представляли себе, какие исследования проводились. Причем исследования были согласованы с главой компании, с Рексом Маном. Самым первым исследованием было применение нашей продукции при проблемах с печенью, гепатит С, очень серьезное заболевание, которое действительно очень серьезное, которое может приводить даже к самому плохому исходу. Этим занималась Херсонская областная инфекционная больница, занимались очень серьезно, получили очень хорошие результаты, использовали сок, использовали медопродукты. Причем интересная деталь. Исследования эти проводились в 99-й и 2000-й год. В Украине это было достаточно тяжелое время, экономически тяжелое. И сок тогда, баночка сока для некоторых была равна месячной зарплате. Поэтому сок дозировали, разливали в пенициллиновые
бутылочки махонькие, там, по-моему, 50 или 70 миллилитров, давали чуть ли не по каплям, и сок работал. Это такая маленькая деталь для того, чтобы, ну, вы понимали, насколько, во-первых, сок действенен, а во-вторых, не всегда нужно стремиться к большим дозам. Хотя большие дозы никто не запрещает. Если человек молодой, абсолютно нет никаких проблем со здоровьем, просто хочет, ему приятно пить сок, ради бога, он может пить стаканами, так же, как пьют американцы многие, они банку там выпивают за несколько дней, поэтому даже не обязательно, чтобы эта банка хранилась в холодильнике. Это было первое исследование использования нашей продукции при проблеме гепатит С. Следующее исследование, ну, в хронологическом порядке, может быть, я не точно скажу все подряд. Следующее исследование – это было использование витамина КИДС для реабилитации чернобыльских детей. Ну, какая была проблема серьезная, Чернобыль, в общем-то, взрослое поколение знает, а дети особенно тяжело переносили. И использование КИДСа показало очень серьезные подвижки выздоровления детей. Еще одно исследование проводили фтизиатры. В Украине, вы знаете о том, что в Украине не первый год и не первое десятилетие фиксируют пандемию туберкулеза. Тоже очень серьезная проблема. И вот фтизиатры попробовали лечить одновременно противотуберкулезными препаратами с применением нашего сока и медопродуктов. Получили очень хорошие результаты. По своему собственному опыту я немножко позже скажу. Еще медики проводили исследования, это Львовяне, медицинский университет, научно-исследовательский институт, проверяли, как работает сок алоэ в сочетании с минеральными водами Закарпатья. Тоже получили очень хорошие результаты, причем исследования были такие грамотные, со статистической обработкой материала, значимые результаты получили во всех смыслах, статистически достоверные результаты. Большие исследования прошли в Ожогово-Киевском ожоговом центре, тогда он назывался Республиканский ожоговый центр, это кафедра комбустиологии. Серьезная работа, использование ферста и наших желе и алоэ с прополисом для лечения ожогов и ожоговой болезни и реабилитации после перенесенной ожоговой болезни. Следующее исследование. Так, секундочку, чтобы ничего не пропустить. И, наконец, в 2007 году по просьбе дирекции украинского Форевера, когда это были Михаил Рымар и Елена Рябец, я с группой врачей, в которую входили рентгенологи, исследователи магниторезонансного, проводилась магниторезонансная томография позвоночника и суставов, и во главе с профессором Волошиным, это профессор медуниверситета, кафедра ортопедии и травматологии, была поставлена задача о том, что сок «Свобода» помогает при проблемах с опорно-двигательной системой, было понятно. О том, что помогает кальций, натурмин, что они нужны, тоже было понятно. Непонятно было, если сделать комплекс, этот комплекс будет более эффективен, чем применение отдельно каждого продукта. Вот эта задача была поставлена перед нами. Сформировали первый такой комплекс продуктов. Очень важно было определить дозировку, продолжительность применения продукции, получение результата. И сравнить это с применением отдельной продукции при самых различных проблемах с опорно-двигательной системой. У нас была контрольная группа, исследование продолжалось около полутора лет. Ну, в общем, работа была серьезная, почти как мини-диссертация у меня получилась вторая. Сформировался стач. В итоге отработались дозы. И сегодня я хочу пройтись, нюансы некоторые подчеркнуть, применение нашего тача. Ну, все знают, что в этот тач входит чистый сок алоэ, 4 банки сока свободы, упаковка натурмин, кальций, магний, витамины группы D, гиалуроновая кислота, актив H, Arctic Sea,
комплекс полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-9 и две мази. Ну вот по порядку, соком алоэ мы в прошлый раз подробно с вами занимались, поэтому я только покажу баночку, так просто напомню, как дозировать, с чего начинать, оправданы ли эти вступительные дозы, постепенное наращивание дозы, я вам пыталась в прошлый раз объяснить, я думаю, что там вопросов не возникло, поэтому... Единственное, что я могу сказать, какая деталь важна? Последовательность приема, баночек много, иногда клиенты теряются, что зачем принимать. Ну, я рекомендую просто брать в руки, показывать и рассказывать. Значит, одновременно сразу начинается прием сока алоэ, это будет вхождение в дозу перед тем, как начать свободу. И вот эти две баночки, это баночка натурмин, видно, и баночка кальций. Как применять эти соком, понятно, мы уже подробно это разбирали. Я очень рекомендую вам, значит, ну, прежде всего, вы сами должны ознакомиться с флаером. Флаер написан, ну, в общем, нами написан, редактирован. Во флаере подробно написано, как использовать, но есть некоторые нюансы. Что я советую? Я советую использовать вот этот метод вхождения в дозу. Почему он важен? Каждый наш продукт эффективно работает. Это правда. У нас нет инертных каких-то продуктов, которые просто название и все, и больше никакого действия. Каждый работает. Но когда вы занимаетесь со своим клиентом, с кем угодно, со знакомыми, с родными, с чужими, вы должны учитывать одну вещь. По рекомендациям, которые вы можете прочесть в справочнике, сразу можно начинать дозировку большую. Рассчитано это на абсолютно здоровых людей. Смотрите, кто перед вами. Если молодой, спортивный, ни на что не жалующийся человек, пожалуйста, можно сразу начинать с той дозы, которая прописана. Если перед вами человек старше 45-50 лет, или пожилой, или ребенок, вы должны очень хорошо подумать о дозе. Значит, какая доза вот этих минералов, микроэлементов и кальция? Кальций мы разбили. Вообще все минералы рекомендуется принимать вечером после ужина. Но получается много таблеток сразу. Для удобства разбили. Все-таки утренний прием после еды и вечерний прием. Кальций вы начинаете сразу с таблетки два раза в день, утром и вечером после еды. Точно так же вы начинаете натурмин. Натурмин необходимо будет, так, как мне выключить того, тех, кто разговаривает, не знаю пока, как вы будете дозировать натурмин. Натурмин вы тоже начнете по таблетке два раза в день, но вечерний прием у вас будет наращиваться. Каждые несколько дней, 2-3 дня будет добавляться таблетка. В итоге у вас получится натурмин утром одна таблетка и 3 таблетки после ужина. Кальций первые несколько дней. Таблетка утром, таблетка вечером. Через пару-тройку дней таблетка утром, 2 таблетки вечером. Вот в таком режиме вы будете принимать кальций и натурмин вместе с баночкой сока алоэ вера. Баночка сока алоэ вера закончится примерно через месяц. И вы перейдете к следующей баночке. Это алоэ свобода, свобода движений или freedom. С этой баночкой вы закончите прием минералов. Подойдете к четной баночке, вторая баночка свободы. Со второй баночкой свободы вы начнете прием гиалуроновой кислоты. Я держу ее в руках. Что делает гиалуроновая кислота? С минералами и микроэлементами вам все понятно. Я хочу только обратить ваше внимание на натурмин. Хочу обратить внимание на натурмин. Почему? Это удивительный комплекс, в котором сбалансировано все. Сбалансированы микроэлементы, минералы. Причем они сбалансированы так, что не просто потребность организма в той таблетке удовлетворяется, но они каждый минерал и микроэлемент потенцируют усвоение другого микроэлемента и минерала. Этот препарат вообще удивительный. Ну, это, честно говоря, вот эти два флакончика, это точно лекарство, хотя они называются у нас БАДами, но это лекарство, которое можно приобрести в аптеке, но не такого качества.
качества. По качеству это очень высокого уровня, полностью натуральные продукты. Значит, вы заканчиваете с первой банкой сока свободы, заканчиваете эти два флакончика. Со второй банкой свободы у вас пойдет гиалуроновая кислота. Что делает гиалуроновая кислота? Ну, есть такая деталь, почему она особенно важна. Может быть, вы слышали о том, что в суставе есть смазка, так называемая синовиальная жидкость, что позволяет суставу скользить по поверхностям, скользить плавно, и движения плавные могут быть точно рассчитаны, то есть ничего не тормозить эти движения. Гиалуроновая кислота ответственна за выработку этой смазки, синовиальной жидкости. Это первое. Второе. Когда вы используете гиалуроновую кислоту, у вас повышается выработка коллагена. Значит, что делает вот эта баночка? Первое, что она восстанавливает правильную работу сустава благодаря смазке, которую она усиливает, усиленно вырабатывает благодаря вот этому гиалуроновой кислоте. И второе, коллаген очень полезен для того, чтобы мы, женщины, были красивыми. Потому что коллаген – это тонус кожи лица, особенно то, что видно, но, естественно, тонус кожи вообще. Поэтому можно эту баночку можно назвать еще баночкой красоты в какой-то степени. Будете восстанавливать суставы и одновременно улучшите кожу лица, которая, в общем, будет более подтянутой, более красивой. Итак, со второй банкой свободы принята вот эта баночка. Здесь точно рассчитано 60 капсул, по одной капсуле два раза в день после еды. Выпивается в течение месяца. Третья банка свободы. Вы берете в руки Арктическое море. Полиненасыщенные жирные кислоты. Ну, честно скажу вам, я когда первый раз узнала, что когда человек что-то ломает, ортопеды обязательно назначают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-9. И потом, когда уже ортопеда мне задавала вопрос, зачем это так обязательно, мне казалось, что это только сосуды сердца, мозга. Нет. Оказывается, это очень важно. Если какая-то случается травма костная, травма связки порванной, обязательно назначают омега-3, омега-9. Но такое сочетание, должна вам сказать, в аптеке только у нас есть. Две омеги в одном флаконе. Тоже потенцируют действие друг друга. Полностью натуральный продукт. Значит, с третьей банкой свободы принимается Arctic Sea, омега-3, омега-9. Принимается так, как положено. 120 капсул делим на 6 капсул в день. Так? Нет, не на 6, делим на 4, ровно 30 дней. Две капсулы утром во время еды, две капсулы то ли вечером, то ли в обед, тоже во время еды для хорошей переносимости. Четвертая банка свободы. Я очень рекомендую, если человек принимает не просто профилактически этот комплекс, стать свободы движений, а если у него есть какие-то проблемы, я очень рекомендую к этому тачу докупить еще одну гиалуроновую кислоту, актив HH. И точно так же четвертую банку свободы пропить с гиалуроновой кислотой. Каждая четная баночка свободы с гиалуроновой кислотой дает очень хороший эффект. Итак, о таче мы с вами поговорили. Какая же все-таки польза приема не отдельно препараты, а приема в комплексе? Но опыт показал, что эффект наступает быстрее, эффект более выраженный и эффект достаточно продолжительный. На основании большого количества больных наблюдений наших мы сделали такие выводы. Но как в жизни получается? Всегда ли одинаково мы видим эффект? Одинаково. Ну, должна вам сказать абсолютно искренне и абсолютно откровенно. За 16 лет работы я не видела, чтобы не было никакого ответа организма на какой-то из наших препаратов. Я просто не видела. Обязательно есть ответ. Обязательно. Даже если ответ отрицательный. Вот когда человек принимает сок алоэ и вдруг говорит, это не сок алоэ, а это чистая химия, это какое-то хлорсодержащее вещество. Как в таком случае мы можем реагировать? И что это значит? Это значит, что организм
очень зашлакованный. Организм просто нагружен всем, чем угодно. Неправильной водой, неправильным питанием, не знаю, всем на свете. Это значит, что печень и поджелудочная железа не справляется. Они плохо работают очень. В таких случаях я говорю, вы знаете, если вы серьезно относитесь к своему здоровью, вам нужно будет пить сок алоэ до тех пор, пока вы не почувствуете вкус природного растительного вещества, пока вы не почувствуете, что это полностью натуральная вещь, а не химия или хлорсодержащая, то, что вам показалось, когда вы первый раз попробовали алоэ. Ну вот такая рекомендация. А как на самом деле, как в жизни, как часто бывают какие-то сюрпризы? Ну, в общем-то, сюрпризы бывают, но значительно реже. Первый эффект обычно, когда человек принимает тач свободы движений, как правило, это вторая-третья неделя. Первый эффект, вот какие-то уже проблески, что-то меняется, боли. Да, я еще не сказала о двух важных компонентах, я возвращаюсь к этому. Володь, дай водички мне. О двух важных компонентах. Вот я держу сейчас в руках, это совершенно замечательные кремы, лечебные кремы, лечебные мази, как хотите назовите. Горячий согревающий хит, считается массажный очень хороший крем. И совершенно с резко выраженным медицинским запахом. И совершенно как бы инертный, очень приятный, гелеобразный. Это МСМ-гель. Это, в общем-то, МСМ-гель – это прообраз. Вот старшее поколение, наверное, знает по себе. Наверное, знает, что было такое увлечение, лечение людей так называемыми лошадиными мазями. Что это вообще было такое? Это, медики сначала расценивали это как анекдот, но когда вникли, оказалось, что все это имеет основу. В Великобритании, ну, как и во многих странах богатых, очень увлекаются лошадьми. Увлекаются профессионалы, увлекаются любители, то есть лошади в большом почете. Лошади, естественно, покупаются дорогие, высокопородные, и за лошадьми следят, наверное, побольше, чем у нас за некоторыми там людьми следят. Но что используют? У лошади огромная нагрузка на связки. Потому что лошадь горцует, лошадь бегает, лошадь участвует в гонках и так далее. И там начали использовать серосодержащую мазь. И поскольку она была очень эффективной, то те, кто ухаживал за лошадьми, стали использовать эту мазь себе. Таким образом, она пошла по Европе. В общем, дошла она и до нас, потому что у нас тоже было такое повальное увлечение, когда больные приходили, ой, Наталья Борисовна, я себе достал вот лошадиную мазь. Что это было? Тогда я не вникала. Но, в общем-то, МСМ – это как бы лучшее из той лошадиной мази, которую начали применять в Великобритании для лошадей. Серосодержащая МСМ – серосодержащая мазь. Что она делает? Она снимает боль. Как ею пользоваться? Сейчас я вам расскажу в деталях. Значит, иногда человек получает огромное облегчение, когда он пользуется вот этой, ну, так называемой горячей мазью. Она с сильным запахом. Будьте готовы к тому, что не все легко это переносят, но об этом нужно сказать человеку. Значит, эту мазь вы наносите, ее втирать не нужно. Она просто смазывается, та поверхность, которая вам доставляет какой-то дискомфорт, где бы это ни было, спина, поясница, плечо, рука, колено и так далее. Эта мазь очень широко используется. Она может использоваться при насморке, при головной боли, при мигренозных головных болях. Она очень эффективна, если вы очень сильно ударите, чтобы не было синяка, особенно на видном месте, тут же смазать этой мазью, синяка не будет. Ну, то есть очень широкое применение. Деткам вместо горчичника можно натирать голени при простуде и так далее. МСМ – мазь, которая снимает боль. Она точно так же наносится, просто смазывается поверхность, та, которая болит, и оставляете эту поверхность в покое. Через 5-7 минут у вас не будет даже следа мази. Свойство алоэ глубоко проникать в кожу, до третьего слоя кожи. Я очень рекомендую, если выраженный болевой синдром, вы используете обе эти мази. Вы тратите на эту процедуру ну, не меньше 30 минут. Начинаете, если боль, с МСМ. Нанесли МСМ, подождали, все питалось, все высохло, наносите хит.
нанесли хит, подождали, все впиталось, еще раз МСМ. Если боль интенсивная, ну, по 2-3 раза каждую мазь, это такой сеанс, физиотерапевтический сеанс, который вы проводите на дому. Тогда это, эти мази эффективны. Они не используются как сильно действующие медицинские мази, которыми фенолгон вы смазали, и моментально боль проходит. Любые наши продукты, они природные, они требуют системности в использовании, ну и определенных вот таких, ну, уловок или хитростей. Чередуя эти мази, вы получите хороший обезболивающий эффект. Итак, значит, как правило, комплекс «Стать свобода движений» начинает действовать, начало его действия, как правило, вторая-третья неделя. Это такой, ну, чаще всего встречаемые случаи, так работает. Бывают ли какие-то исключения из правил? Ну, безусловно, как все в нашей жизни. Значит, о нескольких случаях я вам расскажу такие. Я вам обещала, каждый продукт я вам буду рассказывать что-то интересное, чтобы вы запомнили это. Представьте себе, идет в Харькове конференция выездная, большая, много собралось народу, из разных городов приехали, ну, харьковчан много, естественно, киевлян много, проводим конференцию, и вдруг наш менеджер из Ужгорода совершенно незапланированно поднимает руку и говорит, я хочу что-то рассказать о таче свободы движения. Ну, естественно, дали слово, и он рассказывает. Рассказывает случай в своей семье. Он очень активно занимался бизнесом, по телефону непрерывно были звонки, он рассказывал, как действует сок, тогда еще тача не было, тогда только сок свободы движений. А в соседней комнате лежачий больной, его близкий родственник, ну, все это лежал и слушал. Лежал, слушал, 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 и потом вызывает своего племянника и говорит, вот это би гроші, мої похоронні, це мої власні кошти. Чтобы ты мне купил 9 банок соку «Свобода». Ну, все очень удивились семье. Ну, он лежачий, лежит уже несколько лет. Какой сок «Свобода»? Как не уговаривали, ни я хочу, оце мое бажание, чтобы ты мне принес, я буду его пить. Короче говоря, принес он ему сок, пропил он 7 банок, пропил так, как положено, пропил 7 банок непрерывно. И что вы думаете? Он начал садиться и начал подниматься с помощью палочек. Он начал подниматься. Короче говоря, после 9-й банки он начал выходить в кухню, выходить, ну, в туалет по естественным надобностям. То, чего раньше он делать не мог. Но в чем фишка? То, что подействовал сок свободы, ничего удивительного нет. Но фишка не в этом. Фишка в том, что этот же менеджер представил нам рентгенограмму больного, своего родственника, на которых четко было видно, эти рентгенограммы потом с медиками крутили вдоль и поперек, что у больного, вот представьте себе, бедренная кость, вот мой кулачок, это головка бедренной кости, это вертлужная впадина. Вот такие движения совершает бедренная кость в вертлужной впадине. Что было у этого больного по рентгенограмме? Обычно на снимке есть прослоечка между бедренной костью, головкой, и вертлужной впадины. Эта прослоечка заполнена синовиальной жидкостью. У этого больного сустав замкнуло, он не двигался вот так. Он был замкнут, поэтому он не мог ходить. То есть не было синовиальной жидкости, не было щели, которая, естественно, должна быть при движении. То есть он не мог ходить, абсолютно точно. Ну, честно говоря, спустя какое-то время я все-таки попросила, менеджер сделал повторное исследование, прислал мне эти снимочки по Вайберу. Появилась тоненькая щель, благодаря чему больной начал ходить. Ну, крутили-вертели, эксквизитный случай. Четвертая стадия артроза тазобедренных суставов и вот такой вот результат. Что тут сработало? Безусловно, сработал сок свободы движения, безусловно. Но сработало еще очень сильное желание больного выздороветь. Я не знаю, я как медик иногда начинаю верить в потусторонние силы во Всевышнего, потому что результаты иногда просто поражают. Вот такой эксклюзивный случай имел место быть. Еще один случай по поводу тача свободы движения. Приводит менеджер в моей структуре, приводит одноклассника,
люди уже взрослые, к 60 годам. У него серьезные проблемы с плечевым суставом, правая рука, ну, почти не слушает, он почти не может ей ничего делать. А так сложилось, что он одинокий человек, он живет самостоятельно, и для него это большая проблема. Рассказали мы ему о таче свободы движений, он приобрел, пропил, пришел к нам спустя 3 или 3,5 месяца, примерно столько пропивается таче свободы движений. И что мы видим? Результата нет никакого. Боли сохраняются, функция нарушена в плечевом суставе, движения затруднены крайне, то он фактически инвалидизирующая ситуация. Ну, менеджер с ним поговорила, она в контакте, знает все его обстоятельства. Человек крайне ограничен в средствах, но он сказал, что он купит еще второй тач свободы движения. И очень пунктуально, очень методично он его пропивает. Приходит после второго тача, и мы опять не видим результата. Ну, конечно, очень грустно, обидно, но что делать? Ну, вот такая особенность организма, вот так он среагировал на тач свободы движения. Мы попереглядывались, я говорю, ну что делать? Ну, говорю, попей хотя бы сок свободы. Может быть, вот помня тот случай с пожилым человеком, который начал ходить после 3 лет лежания, он посмотрел на нас, сказал, ну, вы понимаете, я все-таки куплю 3-й тач. Я неловко себя чувствовала, потому что, ну, как-то всегда не считаешь деньги в чужом кармане, но как-то, ну, обидно, что не получилось, хотелось очень помочь. Он покупает 3-й тач. И после 3-го тача, в середине 3-го тача, он позвонил ей, позвонили они мне, и он сказал, у меня полностью прошли боли, у меня начала работать рука. 3-й тач он закончил, чувствовал он себя очень хорошо, и рука работала, все было нормально. Прошло с тех пор уже 10 лет. Это были первые наши шаги, вот такие, когда мы особенно пристально следили за пациентами. Каждый год он пропивает минимум 2 тача, иногда 3. 1-й тач он пропивает, готовится к осеннему периоду. Мы советуем всегда в октябре пропить, потому что обычно в ноябре идет обострение всех проблем с опорно-двигательной системой. И 2-й тач он начинает пить в феврале, потому что в марте тоже идет обострение тех проблем, которые у человека есть, вот в связи с тем, что такая проблема развилась в организме. 2-3 тача в году он совершенно работоспособный, он полностью себя может полноценно обслуживать, никаких проблем у него больше не возникало. Это 2-й такой случай. Ну, а 3-й случай вообще эксквизитный. Это был родственник, близкий родственник одного из моей структуры. И его сумели взять с собой мировое евроралли, которое было в Канн-Ницце. Перед этим ему рассказывали все, что у тебя вот там такие грыжи, что ты без конца ходишь в корсете, что ты лечишься беспрерывно. Медик абсолютно, абсолютно ноль был. Никакого восприятия информации. Вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете. Но в Канн-Ницце родственник его взял, он поехал, прослушал. Чужие выступления по поводу сока свободы движений. Приехал, молча купил сразу 7 банок свободы движений, все 7 выпил. А он работоспособный был, там не было инвалидизации, только были большие проблемы с болями. Выпил эти 7 банок свободы. И опять-таки прикол не в этом. Он себя очень хорошо почувствовал, но так как родственник имел на него влияние, заставил его повторно пройти МРТ. У нас как раз шла эта тематика с тачем. Мы делали в динамике исследования. Заставил сделать МРТ. И какое же было удивление, когда на МРТ магниторезонансной томографии позвоночника было обнаружено уменьшение грыж межпозвоночных. Причем серьезное уменьшение, там на несколько миллиметров каждая грыжа уменьшилась. Я почему улыбаюсь, потому что мы потом эти снимки крутили. Я разговаривала с одним профессором-травматологом-ортопедом, с другим. Я говорю, есть какие-то средства, где можно уменьшить межпозвоночные грыжи? На них можно как угодно воздействовать, но уменьшение никто никогда не наблюдал. Но, правда, этот скептик, которому так повезло, все время говорил, это не сок свободы движения. А что же тогда на тебя так подействовало? Ты выпил сам 7 банок подряд, что же на тебя так подействовало? Короче говоря, выраженное клиническое улучшение.
И еще один случай по поводу тача свободы движения, но это касается внимания к пациентам, вот то, внимания к клиентам, то, о чем всегда говорил нам Рекс Манн. Будьте внимательны, попытайтесь помочь решить проблему. Вы получите все, что вам нужно, кроме морального удовлетворения еще. Значит, случай был с хорошей моей приятельницей, с которой мы давно знакомы. Ну, с семьями мы не дружим, но во всяком случае приятельствуем. Она начала принимать тач свободы движений, пришла ко мне вначале, я обязательно звоню. Вы открыли баночку, вы начали пить, вы начали принимать таблетки, потому что очень часто бывает, когда человек покупает тач и считает, что он свой вклад, свое здоровье сделал. Тач ставится в сторонке, звонишь через несколько дней, ты открыл баночку, сок начал пить. Да нет, вот я начну там с понедельника, с воскресенья, я не знаю, с чего угодно. Надо несколько раз позвонить, чтобы человек все-таки открыл и начал пить. То ли у него такое трепетное отношение, что вот он купил дорогой комплекс, и пусть он постоит, порадует душу. Я не знаю. Заставьте все-таки открыть и начинать пользоваться, потому что иначе вообще непонятно, для чего же это покупалось. В общем, короче говоря, она начала все принимать. Через недели полторы я ей звоню. Как? Ну, пока никак. Все переносишь нормально? Да, все нормально. Хорошо. Звоню через 3 недели. Я говорю, слушай, приди-ка, я тебя посмотрю. Все-таки я врач, имею право там покрутить суставы, проверить рефлексы, чувствительность и так далее. Она приходит, нет, говорит, точно никак. Хотя я вижу, что как-то она живее стала двигаться, ходила, очень изменилась походка у нее до этого. Ну ладно, ничего, я говорю, так, продолжай лечение. Бывает по-разному, бывает через месяц первые результаты. Вечером в 11 часов звонок. Телефон всегда со мной, я медик, ну, мне удобно сразу решать какие-то проблемы. Я очень удивилась, говорю, что у вас случилось? Хочет поговорить с тобой муж. Я говорю, вообще начало 12-го. Ну, он тебе что-то важное скажет. Он говорит, она, ну, назвал, кто она, говорит, как она могла тебе не сказать? Она же совершенно по-другому стала двигаться. Вот ты понимаешь, мы сидим ужинаем. Ну, кто подскакивает, когда нужна соль или нужно налить чай? Ну, как правило, подскакивает женщина. Так знаешь, как она раньше вставала? Она вставала, опираясь на сиденье стула, потом опираясь на стол, и после этого она вставала и шла, что-то мне там приносило из кухни. А как сейчас она встает? Говорит, покажи, Наталья Борисовна, как ты встаешь. Но тогда еще вайбера не было, поэтому я не могла. Я говорю, ребята, я вам верю на слово. Она, говорит, встает одним движением. Вот это первые признаки того, что у человека началась реакция на тач свободы движения или на сок свободы движения. Вот такие нюансы. Помните, мы с вами говорили, очень удобный прием, когда вы беседуете с человеком, ну, вы, во-первых, видите, оптимист, какой-то жизнерадостный, или скептик, или все плохо, но тем не менее хочет что-то у вас купить, а вы хотите получить же какие-то результаты вы хотите увидеть, и вы хотите, чтобы он это увидел. Это очень важно. Человек, когда ему становится лучше, он вообще забывает, что ему было плохо. Вот было плохо. Плохо спал, просыпался уставший, к обеду на работе уже никакой. Он все это забыл. Ему стало лучше, повысилась работоспособность, он стал больше улыбаться, но он этого не осознает. Свое улучшение он воспринимает как естественное состояние организма. Какой прием мы используем? Листик бумаги. При вас он пишет, что его беспокоит. Еще до того, как он начал принимать нашу продукцию. Плохо сплю, просыпаюсь, не выспавшись. Усталость уже к обеду или к 12 часам дня. Вечером вообще никакой разбитый полностью. Частые головные боли, тяжелая голова. Ну, в общем, все что угодно, все мелочи. Причем предупредите. Вы пишете это для себя, не для меня. Никто это читать не будет, обсуждать ваши проблемы не будет. Это все ваше. Но этот листик, пожалуйста, когда вы придете еще раз, то ли за продукцией, то ли придете, какие-то вопросы будете задавать, возьмите этот листик с собой. И когда вы достаете этот волшебный листик, вы знаете, просветление в глазах того, кто сидит перед вами. Так, вы плохо спали, как вы спите? Да нет, вроде бы ничего. Головные боли. Да вроде бы не было, я аналгин не покупал. И вот так поэтапно, по ступенькам, вы выясняете, что человеку помогает. Потому что если меня спрашивают, а что сделает ваш сок алоэ вера? Вы так много о нем хорошего рассказываете. А я честно говорю, я знаю, что сказал Авиценна и Гиппократ. Они сказали, что это не мой доктор.
Я не знаю, на каком этапе вашего организма, на какой орган алоэ подействует больше всего, потому что я не знаю, какие у вас проблемы. Мы же не лечебная организация Forever. Мы принимаем людей, вот какие они есть, веря тому, что они говорят о своем, о своих жалобах, там каких-то еще что-то. Подействует там, где, может быть, у вас какая-то, может быть, у вас начиналась язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Она может развиваться и 10 лет. Вы не будете знать, что это язва, но вы будете плохо спать, будете уставать очень, будете раздражительным, будете иметь головные боли. А сок подействует. Он подействует там, где есть у вас в организме проблема. Это не мой доктор. Авиценна, Гиппократ, не мой доктор. Поэтому пользуйтесь таким приемом. Этот листик часто помогает, особенно человек, который перед вами скептически настроен. Но он ни во что не верит. Ну ладно, он сделал одолжение, но я не знаю, кому, себе все-таки сделал одолжение, не вам. Он купил эту банку сока. Или еще такой вопрос. Хочу оздоровиться. Я куплю банку сока, я сразу говорю, если вы серьезно хотите оздоровиться, вы должны выпить 3 банки сока. Когда вы их купите, это ваше дело. Вы можете покупать друг за дружкой, можете купить сразу 3 банки. Почему 3 банки? 3 банки сока алоэ вера – это, как правило, 3 месяца приема сока. Что за 3 месяца происходит в организме? Происходит, рождаются новые клетки крови, а там клетки, которые отвечают за иммунитет тоже. Вот идет обновление, то есть рождаются те клетки, которые получают полноценное питание благодаря соку алоэ вера. Получается совсем хорошее оздоровление, получается другой иммунитет, другая защита организма. Итак, интересные случаи мы с вами разобрали. По свободе. О креме я тоже рассказала. Тут как будто бы я ничего не упустила. Идем дальше. Так. Идем дальше. Сейчас, одну секундочку, проверяю, чтобы я ничего не упустила. Так, вот по поводу тача свободы движения. Кому он вообще нужен? Для кого он? Ну, если есть проблемы с опорно-двигательной системой, понятно. Он очень показан в любом случае. Причем он показан. Бывают случаи, когда приходят и говорят, вот у меня этот сустав поменяли, второй сустав, там тоже 3-4 стадии артроза, артрита. Я говорю, вы знаете, наверное, ничего не поможет. Врач настаивает на смене сустава второго. Я говорю, ну, понимаете, можно пойти и по этому пути. Но то, что материальная сторона для некоторых так бывает, что ну бог с ним, там потрачу деньги, это же для себя родного, но это очень мучительные процедуры. Операция по смене сустава – это очень мучительное мероприятие, это длительная реабилитация, то есть это очень непросто. Надо иметь силу воли, нужно иметь характер, чтобы пройти все реабилитационные процессы, то есть, ну, это испытание, я считаю. Если есть возможность это испытание заменить приемом полностью натуральных вещей, которые помогут не просто оздоровить суставы, а сок алоэ вера, вы принимаете его с хондропротекторами, хондропротекторы начнут работать, но сам сок алоэ, это же эликсир для организма, это замечательная вещь, это оздоровление всего организма, то есть получается вместо оперативного, болезненного, с наркозом, со всеми делами, с осложнениями, вы получаете совершенно другой подход к своему организму. Попытаться всегда есть смысл, потому что может быть хороший результат, может быть даже то, что вы остановите вот эту цепочку ломки суставов друг за дружкой. Так что, а кому профессионально? Ну, естественно, людям, которые профессия связана с какой-то тяжелой нагрузкой, подъем тяжести, грузчики, да? Спортсмены, тяжеловесы. Очень серьезные, интересные случаи у меня были с балеринами и балерунами. У них колоссальная идет нагрузка на позвоночник и колоссальная нагрузка на связочный аппарат. Вы знаете, мне однажды привели на консультацию женщину, 42 лет. Это балерина, которая уже 7 лет была на пенсии. Пенсия с 35 лет у балетных работников. Я, когда посмотрела ее снимок позвоночника, я ужаснулась. Я не поверила, что 42 года. Это был снимок
позвоночник человека, ну, где-то примерно к 70 годам, не меньше. Причем человека, который был связан с тяжелой физической работой, с подъемом тяжести. Жуткий совершенно позвоночник, изнашивается. Вот почему пенсия в 35 лет. Поэтому людям, у которых профессионально такая нагрузка на опорно-двигательную систему, ну, сам Бог велел пользоваться тем, что может предотвратить вашу инвалидизацию из-за вашей профессии и позволит вам заниматься вашей профессией, ну, я не имею в виду балерину, я имею в виду там грузчика или разнорабочих на стройке, позволит заниматься тем, что дает вам работа, материальное благополучие, достаток, ну, позволяет жить, и в то же время не приводить себя в состояние инвалидности, не доводить до инвалидности. Ведь вы понимаете, что интересно, что на первом месте по временной нетрудоспособности проблемы с опорно-двигательной системой. Первое место в Украине, ну, собственно, в европейских странах примерно та же история, на первом месте по частоте нетрудоспособности это проблемы с опорно-двигательной системой. Когда мы были в Лондоне, это, ну, одно из первых ралли, не помню уже какой был год, общались с медиками, они сказали, а что ж тут сложного? Вы рассказываете человеку, ну, допустим, грузчику, что если он будет принимать сок «Свобода», будет принимать минералы периодически, систематически, как он захочет, как он сможет работать полноценно и не будет такого изнашивания сустава. Это же все понятно. Я говорю, вам понятно, у нас немножко сложнее. У нас можно рассказывать долго, и нудно, как молодежь иногда говорит, но не всегда человек это воспринимает. Правда, сейчас отношение, в общем, к работе изменилось. Все-таки стали ценить наличие работы, потому что, ну, в общем, понятно, что такое работа, которая тебя устраивает, и желание сохранить эту работу. Вот как раз использование нашей продукции дает возможность человеку сохранить свое здоровье при той работе, при тех специфических нагрузках, которые он имеет на работе. Вот что такое тач свободы движения. Несколько слов мне хочется сказать. Я, по-моему, рассказывала уже, по-моему, первый раз, но я повторю, это очень важно. О том, что у нас пандемия туберкулеза в Украине, вы, наверное, знаете, ну, не понаслышке, это в прессе мелькала, действительно, пандемия туберкулеза, проблема с туберкулезом не решена. И особенно, когда началась реформа в здравоохранении, недобрым словом вспоминаем Ульяну, бывшего министра, вот, эти вещи особенно обострились, потому что много сократилось медицинских учреждений, жизненно необходимых людям, особенно вот с такой проблемой, противотуберкулезные диспансеры, там реорганизация произошла и так далее. Я знала о том, что такая работа медиками проводилась, медиками-фтизиатрами. И случился у меня такой случай. Я невропатолог. Но благодаря Фореверу я уже стала семейным врачом, получила соответствующую квалификацию. Никуда не денешься. Обращаются с разными проблемами люди. Привели на консультацию, вернее, пришла на консультацию молодая женщина, по-моему, 31 или 32 года. Какая-то уже очень бледная, сказала, что у нее резкая слабость, что как-то снижена работоспособность. Из очень благополучной семьи. Я говорю, ну давайте как минимум общий анализ крови и флюорографию. Какие-то исследования делали, нет, не делала. В общем, у меня все в порядке. Я говорю, ничего ж такая, такие жалобы, сделайте. Ну, сделала она эти исследования. Приходит уже совершенно другое выражение лица у человека. Прямо скорбь целая, это вот скорбь всего человечества на лице. Что случилось? Обнаружили туберкулез. Я говорю, ну, тут бегом, просто бегом, противотуберкулезный диспансер. Она все это поняла, направилась туда. Я говорю, перезвоните мне, скажите. Она перезвонила, говорит, назначили весь комплекс. Там обычно назначается 3-4 препарата противотуберкулезных. Очень жесткое лечение, но оно оправдано. И через полторы недели после этого звонит ее мама и говорит, вы знаете, моя дочка почти умирает. Я говорю, господи, что ж случилось? Она ж пошла туда, начала лечение. У нее такая интоксикация, у нее такая непереносимость этих препаратов, рвота непрерывная, она ничего не может есть, но она и так была изящная. Я говорю, так, немедленно, вот теперь немедленно ко мне в офис сок прополис.
приобретайте быстренько, будете вот по такой схеме, там учащенная схема, каждые 2 часа с алкалоид с целью детоксикации. Ну что вы думаете? Прошло 1.5 месяца. Радостный звонок, радостный голос. Наталья Борисовна, у меня все хорошо. Я говорю, ну давайте подробно, по порядку, что у вас хорошо. Я сделала снимок, но снимок сделала уже не в противотуберкулезном диспансере, а где-то в своей родной поликлинике. И у меня идет процесс рубцевания. У нее там долевой туберкулез, доля легкого была поражена, серьезное, в общем, поражение. Я говорю, ну приходите, посмотрю снимочки, поговорим. Она говорит, я схожу в фтизиатру и после этого приду к вам. Пришла. Фтизиатры не верят этому снимку. Я говорю, почему? Ну, я должна сделать у них. Я говорю, а вы рассказали вообще о том, что вы принимали сок алоэ, принимали прополис? Я постеснялась. Я говорю, не надо стесняться, потому что, когда врачи видят такие случаи, их всегда интересует, что же так помогло, что помогло перенести лечение. Лечение шло без перерыва, оказалось эффективным. Но вы же пили непрерывно сок алоэ, вы принимали прополис. Вот это было таким очень важным подспорьем в лечении такой серьезной проблемы. Ну, в общем, повторили они все-таки, снимок сделали в противотуберкулезном диспансере, увидели, что идет рубцевание, очень сказали, что это уникальный случай, ну, уже, по-моему, там она рассказала. Ну, в общем, фтизиатры знают об этих наших моментах важных, что может дать компания Forever Living Products для улучшения процесса лечения туберкулеза. И это, в общем, важно помнить. Дай Бог, чтобы никого из вас не коснулась эта проблема, но если не дай Бог, вы знаете, какая есть помощь. Мы тогда очень серьезно говорили о детоксикации с помощью сока алоэ любых процессов. От алкогольного отравления, наркотического отравления, любая химия, там, вдыхание клея, еще чего-то, любая такая интоксикация, пищевое обычное отравление. Ну, естественно, только вести себя по-разному, пищевое отравление, в первую очередь, ликвидировать то, что вызвало это отравление, убрать его из организма всеми доступными методами, а потом сок алоэ. Ну, я вспоминаю своего спонсора, светлой памяти Валеру Юпитько. Когда-то он рассказывал, говорит, приехала большая делегация, он тогда работал в серьезной, по-моему, в госплане, в серьезной организации, привезли из Туркменистана, привезли коньяк. Состоялась встреча, мужики приняли этот коньяк. Он говорит, вечером мне стало так плохо от этого коньяка. Что там за коньяк в Туркменистане? Ну, был коньяк. Он говорит, я сразу 0,5 стакана алоэ, раз, 0,5 стакана алоэ через 1-2 часа. И утром я был как огурчик, я пришел на встречу, а этих самых его, те, кто был на встрече вместе с ним, пришли зеленого цвета. В общем, плохо было людям. Ну, он, естественно, рассказал о соке алоэ. Ну, что ж вы так, вы ж не запасливы, вы же не знаете, чем можно снять интоксикацию. А интоксикация снимается очень серьезно. Вот это был первый рассказ, когда я услышала от мужчины. И у нас, вот можете поинтересоваться, у ветеранов Forever Новый год, встреча Нового года, в доме обязательно должен быть чистый сок алоэ вера. Все может быть. Переедание там. Кстати, при переедании тоже сок алоэ вера помогает. Не обязательно глотать сразу мизин. Несколько глотков алоэ, как правило, все это проходит очень даже удачно, даже если вы немножко где-то чего-то там переели. Но при алкоголе это уже, как говорится, сам Бог. Так, о чем еще я хотела, что у нас по времени? По времени, да, уже немножко я перебарщиваю, чуть-чуть. Сейчас еще несколько хочу сказать важных вещей, на мой взгляд. Значит, мне хотелось вот о чем сказать. Меня часто спрашивают... Так, у меня все хорошо, допустим, говорит человек. Я принимаю продукцию, я принимаю сок. А что бы вы рекомендовали, что вы считаете нужным, ну, для более частого использования, если, ну, мне уже, допустим, за 50, и мне хочется как бы поддерживать свое здоровье, иметь здоровую старость, приятную. Значит, у нас когда-то был такой комплекс, который назывался «Основа жизни». Те, кто работает давно, я пришла в 2005 году, этот комплекс был очень популярным. В чем заключался этот комплекс? 5 продуктов, ну, сок алоэ, понятно, это как база, а 5 продуктов были расфасованы в такие пакетики пластиковые маленькие. Этот пакетик прием на день. В этом пакетике, не помню, 10 или 9 таблеточек было, которые нужно было в течение дня проглотить. Очень любили
деловые люди, те, кто уходил на работу, пакетик в кармашек, и в течение дня выпиваются эти таблеточки. Что же туда входило? Вот на что нужно обратить внимание, что нашему организму желательно иметь каждый день. Почему желательно иметь, я вам тоже говорила. Если мы жили в 50-х годах, наверное, необходимости еще такой не было бы в наших продуктах. Но все-таки экология была другая. Я не представляю, в 60-х годах воду не покупали в магазине, это точно. Ее стали покупать значительно позже. Но сейчас уже и воздух продают в баночках, в упаковке чистой. А о воде тогда речи не было, из-под крана вода, она была чистая, питьевая, нормальная. То есть даже за вот наше поколение сколько произошло изменений, из-за чего, в общем-то, мы нуждаемся и в минералах, и в витаминах извне, в настоящей пище для наших клеток. Так вот, в этот комплекс входил абсорбенция, 2 таблетки. В этот комплекс входил Арктик-Си, немножко другой состав был у первого Арктика, чуть-чуть хуже, сейчас улучшенный состав Арктик, но те же 2 омеги, омега-3, омега-9. В этот комплекс входил натурнин. Это я перечислила. Да, 3 компонента. 4-й компонент – это была пыльца. О пыльце я вам рассказывала. Мой светлой памяти, мой спонсор, который меня подписал, Валера Репетько, Ирина Репетько. Валера Репетько благодаря пыльце снял очки. Я все спрашивала его, ему было уже за 60. Я говорю: Валер, почему ты не пользуешься очками для чтения? А он говорит: мне не нужно. Я говорю: а как так вообще произошло, что тебе не нужны очки? Он говорит: да очень просто. Я систематически попил несколько лет пыльцу. В пыльце есть цинк, восстановилась функция сетчатки. Цинк очень важен для сетчатки. Он перестал пользоваться очками для чтения, для близкой работы. Такой нюанс. Значит, еще раз повторяю. Абсорбенция, Арктик-Си, натурнин, пыльца. Ну, 5-го компонента в чистом виде сейчас нет у нас. Это абетокеры. Очень хороший препарат. Я его очень любила. Я очкарик. Для меня это был очень актуальный препарат. Но у нас появился iVision. iVision, по сути дела, это гибрид абетокеры и Vision. Очень хороший продукт, но мы о нем так плотно и не говорили, просто не пришлось, но iVision фактически это как бы улучшенные бета-кэры, потому что там добавлена черника и многие компоненты, которые важны для зрения. Вот этот комплекс – основа жизни. Когда-то так ко мне в бизнес пришла одна из моих менеджеров. Были очень серьезные проблемы у ее супруга, она разрешила рассказывать эту историю публично, я не называю фамилии. Очень серьезные проблемы были у мужа, серьезнейшие проблемы с кровью. И когда я ей рассказала о наших продуктах, она говорит: хорошо, ладно, ты так горячо об этом рассказываешь, ну так уж быть, я тебя послушаю и что-то приобрету. Я говорю: ну смотри, вот есть основа жизни. Она говорит: ладно, я покупаю эту основу жизни, там ровно 30 пакетиков на месяц прием. И принимать будет мой муж. Он систематически делает анализы крови, то есть мы увидим, что произойдет с его кровью, и что он мне скажет. Она пришла домой, муж, профессор, медик. Он говорит: хорошо, но я тебе скажу только в самом конце. Вот пройдет месяц, тогда я скажу свои ощущения. Он очень пунктуально, методично выпил все эти 30 комплексов, этих пакетиков. И через 30 дней он ей сказал: мне стало значительно лучше. По одной, второй, третьей, четвертой, пятой обстоятельства, которые улучшились. Вот так она начала работать в Forever и очень быстро стала так же, как и я, в течение года стала менеджером. Вот. Сотрудничаем мы по сей день, но это был очень яркий для меня пример вот такой медицинского тандема. Она врач, он врач, и вот такое она говорит: когда ты закончишь, ты скажешь свои ощущения от этого комплекса основы жизни. Чтобы я с высоты своего опыта, ну, то, что 16 лет у меня каждое утро начинается с сока, я, это не секрет, я это, об этом говорю, в общем-то, с радостью. В моей семье это очень уважаемая вещь, сок алоэ вера и все наши продукты, но тоже не сразу. Это произошло не сразу, это прошло по истечении определенного времени. Но внуку, я так сказала, врач в семье один, вот внук будет принимать. С 12 месяцев он принимал сок алоэ вера. И, в общем-то, с хорошими результатами. Тогда я не знала о маленьких дозах. Я ему сразу начала давать
12-месячному дала чайную ложку, на второй день десертную, на третий день столовую, два раза в день. Потом уже мы так с дозами разобрались, что нужно маленьким, меньше, больше, чего, как нужно делать. Он у меня прекрасно пил сок алоэ, перестал простуживаться часто. В общем, я радовалась его оздоровлению благодаря нашим продуктам. Вот эти продукты, о которых я сказала, абсорбент, артикси. Абсорбент, некоторые говорят, ну лето, ну много фруктов, много овощей. Прекрасно, если вы их употребляете. Если вы их употребляете, сколько я сталкиваюсь с пациентами, с клиентами, которые вообще не едят, с детьми, которые не едят фрукты. Ну он что-то, может быть, съест, там нектарин один раз или банан. Все. Но так, чтобы ел ребенок огурцы, помидоры, но они не всегда вкусные, особенно там магазинные. Но даже лето, Украина, тут у нас, я не знаю, на рынках можно купить все, что угодно. Часто очень жалобы, дети не едят овощей, дети мало едят фруктов. Если ребенок не ест или не любит, пожалуйста, давайте ему круглый год кидс, давайте ему абсорбент. Точно так же ведите себя со взрослыми родственниками или просто клиентами. Советуйте. Не хочет человек есть овощи, но не любит он их. Ну пусть принимает абсорбент круглый год. И, кстати, интересная вещь. Каждая таблетка, каждая сигарета – это минус 25 миллиграмм витамина С из вашего организма. У нас сотрудница наша, очень уважаемая сотрудница Forever, она курила. Но она каждую сигарету заедала таблеткой абсорбента. Она поняла, что она уничтожает абсорбент в своем организме сигаретой. Это она компенсировала приемом абсорбента. Ну, это не самый, на мой взгляд, не самый лучший вариант. Но, во всяком случае, не худший, если человек не может бросить курить. То есть учитывайте это. Не ест человек фрукты, не любит он овощи, ради бога. Есть кидс. Замечательный комплекс Daily. Изумительный комплекс. Хелатная форма микроэлементов и минералов. Хелатная форма. Усвоение 95%. Ничего нигде не откладывается. Никакого кальциноза сосудов, ничего не происходит. Совершенно физиологичный такой комплекс. Минералы, микроэлементы и витамины в этом комплексе. Все есть. Абсорбент. Arctic Sea. Натурмин. Это очень важные вещи, которые можно совершенно спокойно принимать профилактическими дозами, с небольшими перерывами, без перерывов, как угодно, как вам подскажет ваш собственный организм. Ну, мы как будто бы, да, уложились целый час 30. Не обижайтесь на меня, я очень люблю рассказывать о продукции, поэтому немножко затянула время. Всем спасибо за внимание. Я жду вопросы, Ксюш. Ты мне подготовила вопросы? Да. Одну секундочку, я записала, я так, как они шли, может, я что-то, надеюсь, ничего не пропустила. Первый вопрос. Спасибо огромное. Какие продукты для щитовидки? Это сложный вопрос, потому что вопрос проблемы со щитовидной железой должны корректироваться только с эндокринологом, но что эндокринологи к какому продукту очень хорошо относятся. Сок, безусловно, сок абсолютно. Нет противопоказаний для сока алоэ вера. Эндокринологи хорошо относятся к нашему натурмину. Там есть йод в небольших дозах. Но опять-таки, прежде чем принимать натурмин, если у вас грамотный, хороший эндокринолог, покажите состав. Возьмите справочник, пользуйтесь справочником. Справочник очень удобная вещь, можно любому медику. Покажите состав, покажите, сколько там йода. Я не знаю ни одного эндокринолога, вот дочь нашего директора бывшего, хороший эндокринолог, мы с ней говорили о нашей продукции, она очень хорошо относится к натурмину. Она говорит, практически нет противопоказаний. Ну, просто покажите доктору. Доктору, может быть, тоже понадобится ваш опыт. Ведь у доктора много разных больных. И не все такие продвинутые знают о Форевере. Вот вы знаете, вы доктору расскажете. А вообще с докторами, мне часто задают вопрос, как разговаривать с докторами? Меня так веселит этот вопрос. Разговаривайте с докторами, как будто бы доктор просто человек.
Вот и все, больше ничего. Он чистит зубы, он умывается, он моет голову, моет волосы и так далее. Разговаривайте с ним как человеком. Он моет посуду, МПД, например, прекрасная вещь. Принимает иногда витамины, иногда простуживается, может воспользоваться фёртом и так далее. Просто говорите, как будто бы перед вами не доктор. Самая большая ошибка, особенно если вы говорите с начинающим доктором, это когда вы начинаете доктора учить, как надо лечить его больных. Вот я тебе расскажу, и ты будешь лечить больных. Вот это просто оскорбуха. Особенно если он только начал работать, он 6 лет потратил жизни, чтобы научиться, а вы не медик, вдруг будете его учить, как ему надо лечить. Он еще сам толком не знает, как он будет лечить, а вы вот уже знаете, что нужно делать. Просто говорите как с человеком. Так, Ксюш, все, внимание. Вопрос, что принимать при гипотете С, просят повторить, в каких дозировках? Так. При гепатите С нужно пользоваться услугами врача-инфекциониста. Но при гепатите С хорошую пользу оказывает параллельный систематический прием алоэ. Никаких фантастических доз не нужно. Я вам специально рассказала, как начали работать в Херсонской инфекционной больнице, когда сок был малодоступен материально, какими дозами. Нам не нужно сегодня пипеткой мерить сок алоэ. Ложки вполне достаточно. Но если обычно мы пьем 2 раза в день, то при гепатите С сок назначается перед каждым приемом пищи. Это первое. Второе. При гепатите С очень хорошие результаты, если добавляется маточное молочко, витамин С. Но все это идет на фоне лечения гепатита С с консультацией с инфекционистом. Все это работа очень серьезная, такая базовая, она была первая эта работа, документация вся хранится в архиве у нас, можно обратиться, но большего вы там не найдете, потому что там схемы, статистика, в общем, такие чисто деловые моменты освещены. Сок алоэ – это номер один при гепатите С. Очень хорошо работает, очень хорошо. Иногда добавляют прополис, но это реже. Маточное молочко, витамин С и сок алоэ вера. Так, Ксюш, давай дальше. Да, следующий такой был вопрос, где знайти дослідження. Я так можу тут 2 слова сказати. Давайте, будь ласка. Тому що ці дослідження були зроблені, але на сьогоднішній момент, коли стало так багато онлайн, і почали викладати, де потрібно, де не потрібно, і перекручувати багато хто. Я скажу так. Home office зараз, ви бачили, робить велике такий, завжди підкреслює. Це не лікування. Що компанія не займається лікуванням, а продукція тільки для профілактики. Лікувати можуть лікарі, які працюють в компанії. Тому ми завжди кажемо, коли задають питання про лікування, я завжди кажу, і всі мої там колеги, ви звертайтесь до своїх лікарів по своїм структурам. І вони вам відповідають, в них дуже гарний такий досвід вже роботи. Вони зможуть вас, тому що, як сьогодні Наташа і казала, вона завжди правильно починає, що там таку-то повинен лікувати лікар, але є продукти, які підтримують. Тому що щодо цих досліджень, вони зараз не видаються на руки нікому, тому що, на жаль, дуже багато було таких... Вручувань, я згодна з тобою. Правильно, там не треба, тому я згодна і навіть підкреслю це. Ну, ви помітили, що я завжди кажу, якщо щось серйозне, то починаємо з лікаря, починаємо з досліджень. Без того просто неможливо. Ми сьогодні живемо, в нас дуже гарні дослідження, Петя, привіт. Дуже гарні дослідження. Треба цим користуватися. Це обов'язково треба робити. Це я підкреслюю. Але наші продукти можуть допомагати. Що вони можуть робити? Вони можуть працювати профілактично. Вони можуть допомагати, дивіться, яка важлива, така важка проблема туберкульоз, яка важка проблема гепатит С. Вони допомагають в процесі лікування. Яка важка проблема алкоголізм? Вони теж допомагають. Лікар, в руках лікаря це просто чарівна паличка. Виходить в руках лікаря. Але я згадую менеджера з Дніпропетровська, по-моєму, яка казала,
Якщо ви вас вам треба в воду, ви десь чи походячи, десь там, я не знаю, десь йдете, і треба випити. У вас нема води, а є вода тільки в калюжі. Ви беріть воду з калюжі, туди налийте соку алоє, і вона вже буде чарівна. Ну, з ума зійти можна. Ну як це таке? Ну я не знаю, це фантазія в когось іде в різні боки, в різні напрямки. Ну це ж таке придумати, ну на голову не налізе. Так що будьте обережні своїми висловами. Зловлюваними, своїм захопленням нашими продуктами. Ну, може, ми вже теж пройшли таку фазу захоплення, а зараз вже такий, ну, тверезий аналіз вже, на холодну голову, так скажемо. Так, далі, які ще? Так, дякую. Питання таке, які продукти при дитячому панкреатиті? Ого, гарне запитання. Можу зразу відправити в Одесу. Одесу на кафедру педіатрії, бо там дуже багато займались цим. До нас навіть приїжджали, ти пам'ятаєш, два педіатри проводили таку велику конференцію. Я була їм дуже вдячна. Ще була в нас, ну зараз, на жаль, її вже немає, педіатр, доцент кафедри педіатрії, яка навіть зробила таку методичку, що приймає, що рекомендувати дітям при різних хворобах. І цією методичкою ми теж користуємося. Але ви бачите, те, що сказала Ксюша, ну, цю методичку нема що робити, щоб всім роздати. Але що буде, якщо всі почнуть фантазувати? Ви розумієте, в лікаря мізки наші функціонують вже як лікаря мізки. Я вже мислю як лікар. Я можу щось скомпонувати. Як вас будуть, якщо ви інженер, або педагог, або товаровед, або ще хтось. Ну, не зможете ви так проаналізувати все. Ну, просто, ну, це я не можу навіть рекомендувати ці, видати ці. У мене є багато методичок цих для педіатрів. Я не можу вам дати в руки, бо діти це особливо. Це той елемент, до якого треба, до лікування, якого треба підходити, ну, просто дуже обережно. Що дитячий панкреатит – це серйозно. Ну, це, по-перше, яка стадія, гостра чи хронічна, яка дитина, товста чи тонка, як її вести. Це обов'язково на першому місці педіатр. Але СІК нікому не завадить нікому, ні при панкреатиті, ні при якомусь вірусному захворюванні. СІК – це СІК, це життєва сила. Так що ви йдете до лікаря, берете наш довідник, берете баночку сока алоє віра, показуєте, розказуєте. Звертаю вашу увагу, чому лікарі так бояться соку алоє віра, соку алоє. Вони приводять аналог з рослиною, господі, сторічник, з рослиною столітник. Столітнику нема кілерів онкоклітин, а тут є. В цьому соці є кілери онкоклітин, розумієте? Він не стимулює цей сік, він тільки дає, перехожу на російську мову. Этот сок дає пищу каждой клетке нашего многомиллиардного организма. Каждой клетке он дает то, что ей надо. Микроэлементы, витамины, аминокислоты и так далее. Клетка сока алоэ вера идентична клетку по составу клетки человеческого организма. Вот почему это растение растет в одном месте, а принимает его по всему миру. Потому что нет условий во всем мире, чтобы было 45 градусов круглогодично. А там, где выращивается алоэ вера, эти условия соблюдаются. И вообще, если возьмете Библию, то мне хватило терпения в 6 местах найти упоминание алоэ вера. На самом деле значительно больше. Ну, в общем, растение послано Богом на землю для того, чтобы человек сохранил свое существование на земле. Потому что он портит все на свете, этот человек. Ну вот, сок в помощь. Так, так что с панкреатитом, пожалуйста, будьте очень осторожны,
к детскому врачу с информацией о том, что есть. Я думаю, что прополис тоже не помешает. Прополис при любом воспалительном заболевании, ЖКТ, и взрослым, и деткам, это очень хорошая вещь. А педиатр наш, который занимается этим, ваш спонсор может побеспокоиться, чтобы переговорили, и подскажет, какую дозировку лучше, при каком возрасте, в какую дозировку чего давать. Таким образом, так, идем дальше. Ще таке питання тут близьке. Що потрібно для підтримки підшлункової залози? Есть такой у нас препарат Гарсиния. Гарсиния камбоджийская. Я, честно скажу вам, как-то не сразу обратила внимание, но когда я воспользовалась лично этим препаратом, врач иногда должен болеть для того, чтобы хорошо лечить людей. Проболел, пролечил, все понял, как сложно, как тяжело, как иногда неинтересно, но зато есть опыт. Значит, вот Гарсиния рекомендуется при хроническом панкреатите. Сок, база, это понятно. Прополис, если есть, течет воспалительный процесс, обострения. И Гарсиния камбоджийская, наша Гарсиния, там сложность одна только, за 30 минут до еды нужно принимать и следить. Вот методичность в приеме наших продуктов, она очень важна. Это залог успеха. Если методично, регулярно, не пропуская, все принимать, вы получите результат. Вот это то же самое, что говорил Юра Кириченко для развития бизнеса. Методично, одно и то же, делать систематично, ничего не пропускать, не сачковать. Вот тогда будет результат. Точно так же с нашими продуктами. Это не химия, это не анальгин, это не антибиотик. Это совсем другая история. Мы нормализуем работу каждой клетки нашего организма. И эта методичная, систематичная работа, она всегда приводит к успеху. Если вам что-то понравилось, мне говорят, а как часто? Я говорю, а как вы это перенесли? Ой, мне это очень понравилось. Я говорю, если вам это понравилось, то вам захочется принимать это чаще. Организм вам подскажет. Есть потребность, вот есть потребность это принять. У меня когда-то соседка по даче начала пить свободу, и она прибегает и говорит мне: «Наташа, я считаю часы, пока я смогу вечером выпить сок свободы». А у нее проблемы были очень серьезные, хотя она работала, бегала, все вроде бы такая подвижная. Я говорю: «Господи, чего ты считаешь часы? Тебе хочется выпить сока свободы? Вот так хочется, вот так просто. Вам хочется съесть мороженое, вы же идете, покупаете, съедаете. Так выпейте этот сок, если вам вот такая потребность. Организм подскажет, что ему нужно». Она начала принимать, в общем, результаты были хорошими. Но выпила сока очень много. Так, поехали дальше. Еще они просят повторить, как принимать натурмин и кальций, дозировка после 3 первых дней вживания. Первые 3 дни одна-одна. Одна вранці, одна ввечері. Так, після їжі. Пройшло 3 дні, ви додаєте ввечері по одній таблетці до кальція і до натурміна. Одна, дві. 3 дні приймаєте одна вранці, по одній вранці, по дві ввечері. На третій день кальцій залишається 3 пігулки на добу, так? 3, одна і дві. А натурмін ви ще додаєте до 3 пігулок ввечері. Одна пігулка вранці, 3 пігулки ввечері. З натурміном будьте особливо уважними. В мене було декілька випадків. Я зрозуміла, що краще давати отак поступово, збільшувати дозу поступово. Воно повністю оправдано. Ви ж хочете, щоб людина до вас прийшла і не казала: «Ой, що ви мені таке дали? Тут посипала, я не пив воду, так? Тут щось таке з кишківником». Ви ж не хочете таких питань, і я таких не хочу. Я хочу, щоб людина прийшла і сказала: все йде рівно, все гарно, в мене все працює, в мене все добре, і потроху покращується. Оце тоді у вас буде задоволення від того, що ви контактуєте з людиною, що ви її зробили добре. Так, пішли далі. Ще тут 3 питання залишилось. Перша – катаракта і продукти Forever. Катаракта. Я можу тільки своїм досвідом поділитися, але цей досвід підкріплений консультаціями в нашому центрі мікрохірургії ока і досвідом супервайзера моєї структури, окуліста Віценко Ніни Миколаївни. У нас є такий препарат, такий продукт, який називається активатор. Зараз активатор взагалі це чистий сік алоевера.
без оцих кусочків таких клаптиків желе з листа алоє. Коли був старий активатор, там теж було написано, що то тільки для розчину, для маски, яка наноситься на лице. А ми активатор почали дуже широко використовувати. Так всі наші продукти, там желе, гінекологи, хірурги використовують і так далі. Ми всі продукти, всі, кожен лікар випробовує в своїй професії. І оцей активатор почали крапати в очі по одній краплі. Пече. Ну, я вам хочу сказати, що всі краплі очні всі пекуть. Вони не пекуть, їх не буває. Але попекло і зняло біль. Попекло і зняло сльозотечу. Да? Ні, неправильно, неправильно використовую. Перехожу на російську мову. Значить, любая травма глаза, закапали активатор, я вже не знаю, миллион случаев у меня было с моими родственниками, с у мужа, любой травматизм, что-то там залетело, там строгал, пилил, еще что-то такое. Закапал активатор, боль уходит. Активатор тормозит развитие катаракты. Если вы сейчас начнете читать то, что написано на флакончике с активатором, вы прочтете, что если вам там попало в глаза, то быстренько промойте. Ну, это все неправда. Наш окулист говорит о том, что активатор может использоваться. Что такое активатор? Там нет никакой химии. Там что есть? Там есть то, что вы знаете, что в соке. То есть он фактически снимает раздражение, он тут же моментально обезболивает. Я и сегодня пользуюсь активатором. И своим близкому окружению, которые не будут там вчитываться, говорить, ох, вы не правы, вот тут написано то-то, то-то. Нет, я права. Активатор может использоваться как профилактика развития катаракты, начальные стадии очень хорошо. Активатор используется как увлажнитель, если работа за компьютером требует длительного сидения, часами человек сидит, реже становится мигание глаза и реже увлажняется роговица. Сухость глаза – это проблема у компьютерщиков. Активатор помогает. Есть специальные капли в аптеке. Вот мне дочь покупала, говорит, мам, вот такие капли. Безумно стоят, честно говоря, потому что у нас активатор почти пол-литра, не пол-литра, извините, меньше, но большое, большая емкость, значительно дешевле. Но он работает, активатор. Для глаз он работает. Работает и для других целей. Вот. Об активаторе я могу говорить очень долго, поэтому я лучше закругляюсь. Так, поехали дальше. Ще одне питання. Наскільки ефективні програми схуднення Forever? Є подруга, в якої зайве вага та підвищений тиск, сидить на таблетках. Ну, таке змішане питання. Сразу все. Ну, я хочу сказати, що в програму C9 я в неї влюблена. Вона дуже працююча, вона не трудна. Перша програма по коррекции веса. Она чуть сложноватая. Там много чего надо и выпить, и она более сложная. А вот C9 просто идеальная. Сейчас мы все ждем, ну я жду, во всяком случае, я еще не приобрела, DX4. Не для похудения, а для нормализации обмена веществ. Я хочу посмотреть, как она работает, посмотреть, какие нюансы там будут. Но C9 для вашей подруги с гипертонией, с большим весом, если она будет все делать, вся сложность в том, что надо каждый день 40 минут позаниматься физическим. Мне говорят, я вообще не могу делать упражнения. Ну, ради бога, выходи на улицу и ходи. Ходи 40, ходи час. Не можешь 40 минут, ходи час. Нагрузись. Делай то, что ты можешь. Не можешь упражнения делать, делай ходьбу. Делай что-то. Но тут надо все, все, что... Вы поймите, здесь очень важна скрупульозность. То, что написано в рекомендациях, это же не просто так с потолка писалось. Это же не в лужу, не в воду из лужи добавить алоэ, понимаете? Это серьезные вещи. Люди думали, люди анализировали. Очень серьезно это все. Если выполнять серьезно, будут результаты. А программа C9, вот по моему опыту, быстрее снижается вес, честно говоря. Хотя и та программа работала, но она более жесткая. C9 более мягкая программа. Так. Як діє лайсіум на підшлунку?
Не знаю, как он действует. Я знаю, что лайсиум очень хорошо помогает, если никак нельзя избавиться от кашля и не откашливается так, как нужно мокрота. Великолепно. Терапевты его очень любят. Я назначала, и когда-то, по-моему, и сама, был такой период, что нужно было. Лайсиум очень хорошо работает. Не знаю, как он действует на поджелудочную, честно вам скажу. Зато знаю, как у нас там этот для стимуляции мужской силы, как называется продукт? Вижа, это Виталайз мужской или Мультимака? Мультимака. Вот с Мультимакой у меня вообще был казус. В нашем офисе при мне две женщины, живущие за границей, брали блоками Мультимак. Ну, я, конечно, всунула нос. Мне же интересно, что ж такое? Ну что, такие у них там мужики активные, что нужно столько Мультимаки? Ничего подобного. Говорит, мы берем для себя. Я говорю, как для себя? Расскажите. При климаксе. Она говорит, великолепный результат. Я не пробовала. Не пробовала. Пробуйте. Может быть, действительно очень здорово. Но женщины серьезные, без не дурочки, то есть думающие. Они говорят, я беру себе, своим двум подругам. И они прям такую закупку у нас сделали, массивную мультимаки для лечения климакса. Такое бывает. Вот это я могу сказать. Как действует лайсиум, не знаю. Честно скажу, не знаю. Последнее питание, яке ще залишила, що потрібно для покращення зору, якщо сідає? Якщо сідає зор, перше, значить, потрібно дуже контролювати, як ви нагружаєте свій, перехожу опять на русский, мене ще нема такого гарного, як у Олі Гіжі, української мови такої, тому я перехожу на російську, на ту мову, якою можу розмовляти грамотно. Так, значить, перше, це контроль за вашою нагрузкою зрительною, як ви читаете, какое освещение, как вы делаете перерывы, как вы работаете с компьютером. Особенно часто это жалобы, когда человек неконтролированно работает с компьютером. Подумайте об этом. Я бы обратила внимание, сок база, iVision обязательно. Если позволяет давление, то пыльцу добавить целесообразно. Витамины. Вот это все, это очень-очень неплохо работает для того, чтобы... И я бы рекомендовала капли активатора. Это питание роговицы. Через роговицу активатор очень хорошо проникает. Подержать, не сразу этим спонжиком промокнуть глаз, немножко подержать, потерпеть, печет. Ну, пекут все глазные капли, ну, все. Любые витаминные, самые дорогие, самые дешевые, все пекут без исключения. Ну, попечет немножко активатор. Хотя окулисты говорят, ну, если уж очень чувствительный человек или ребенку вдруг нужно закапать, разбавляйте кипяченой водой. Ну, это тоже морока. Прокипятить емкость, куда вы нальете эту кипяченую воду, разбавите с активатором. Ну, хочется повозиться, повозитесь. Но можно потерпеть и капнуть чистый активатор. Вот так вот. Так что пользуйтесь тем, что есть у нас. Я думаю, что от всех огромная благодарность, как всегда, так, за очень... Вам спасибо за терпение. Я буду рада, если вам это поможет. Кто-то еще вообще остался, слушатели, или уже все? А все остались. Все остались. Тогда я самое последнее расскажу все-таки, почему я все-таки рассказываю о продукции, а не о бизнесе, хотя в структуре у меня идет разговор о бизнесе тоже. Приходит барышня и говорит, мне подарили пасту. Я говорю, я за вас рада. Эта паста, ребята, она так рассказывала о пасте минут 10. Я же даже не знала, как ее остановить. Кровотечение там подкравливало где-то, зубы белоснеют. В общем, короче говоря, она мне рассказала о пасте целую поэму. Она говорит, я хочу заниматься бизнесом, но у меня нет денег. Я говорю, отлично, замечательно. Вы так рассказали о пасте, что я заслушалась и начала думать, хороший ли у меня дома запас пасты. Я говорю, значит так, вот так, как вы рассказали мне о пасте, вы идете по своим подружкам, знакомым, молодая девчонка совсем, лет 23-24, и всем рассказываете о, причем такая, видно, очень откровенная, очень искренне, из нее прямо все это сыпалось, вот восторг. Я говорю, всем рассказывайте о пасте. И у каждого, кому вы расскажете о пасте, берете деньги на покупку пасты по розничной цене. Вы поняли меня? Поняла. Короче говоря, за 10 дней она собрала, по-моему, на 15 или на 20 паст денег, а тогда у нас ассистентом становился сразу
другие были условия, да, Ксюш? Я не помню. Не надо было две коробки делать, чтобы мочь подписывать людей. Ну, чуть-чуть другие были условия. Короче говоря, было, да. Да, был такой период. Она сразу начала подписывать людей. И эта паста, мы потом смеялись. То, оказывается, можно делать бизнес не просто, как кто-то выступал из наших ведущих, что только на соке можно делать бизнес. А, выступал передо мной по продукции парень. Говорил, только на соке можно развить бизнес. Бизнес можно делать только на одной пасте. Но нужно так рассказать, чтобы человек ошалел полностью от этой информации, от вашего восторга, от пасты, и начал всем дарить пасту тут же. Короче говоря, она стала супервайзером, эта девочка. Ну, уже не девочка, уже взрослая женщина. Она, у нее любимая работа, все, но она приверженница фармацевтических продуктов. Вот такое было начало бизнеса интересное. Теперь все, ребята, все, я вас нагрузила по полной программе. Всем хорошего вечера, вот, хорошей спокойной ночи, чтобы все было хорошо. Еще раз огромное спасибо, Наталья Борисовна. Пожалуйста. Я рада. Рада всех видеть, слышать. Всего доброго. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Запись будет завтра выложена во все группы, так что ждите. Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, раз.